Көнінен күнді көрі әтшілер. Әхеге әмчіт берені көрі ғат. Үйтатшы Леонид Харлампев. Бүгін біхеге қарақ ғырыларын тұхынан кәпседі еқпет. У нас сегодня в гостях главный внештатный офтальмолог Министерства здравоохранения Республики Саха, кандидат медицинских наук, заслуженный врач России Екатерина Кимовна Захарова. Добрый день. Екатерина Кимовна. Здравствуйте, Леонид. Пожалуйста, расскажите нам, как вы стали врачом-офтальмологом, микрохирургом, специалистом по глазным заболеваниям? Ну, во-первых, я бы сначала хотела отметить такую, что как я стала врачом, наверное, да? Первый вопрос. Почему? Потому что я сама из медицинской семьи. Мои родители – это известные в Якутии врачи. Павлова Розалина Григорьевна и Павлов Ким Сафронович. Отец был хирургом, проктологом, основатель этой службы у нас в Якутии. Мама была детский врач, поэтому я росла в медицинской среде. Являюсь у них одним ребенком, поэтому, можно сказать, окружение было полностью медицинское, и выбора у меня не было. Шансов у меня других никаких не было, поэтому с детства я знала, что я буду врачом. А вот уже о том, кем стать, каким врачом? Это уже осознание пришло уже, когда я училась в мединституте. Прекрасные лекции Марии Петровны Томской, нашего ведущего тогда офтальмолога, который возглавлял кафедру глазных болезней. Ну, вот тоже покорили мое сердце. Мне это очень понравилось. И потом я пришла в офтальмологию сначала в поликлинику. Это была первая поликлиника. У меня был замечательный наставник Надежда Васильевна Сапожникова. Я поняла, что знаю очень мало, и уехала в ординатуру. Это был Красноярский мединститут, и это был подъем офтальмологии. Тогда по всей стране строились эти институты Федорова, филиалы института Федорова. Это был подъем микрохирургии. Я просто влюбилась в эту специальность. Когда я зашла в операционную, я поняла, что я буду там. Я буду здесь, это мое место. Вот так я пришла в офтальмологию. Екатерина Кимовна, расскажите, пожалуйста, вот сейчас, на данный момент, наиболее актуальные болезни глаз – это катаракта, возрастные заболевания и глаукома, да? Можно коснуться подробностей этих болезней, клинической картины, механизм развития? В чем это заключается? Вообще, на сегодня вот я бы хотела немножко сказать чуть-чуть вступительное слово о чем? О том, что потребность в офтальмологической помощи на сегодня в мире колоссальная. А вот по данным годовых отчетов, не только у нас в Якутии, а и в России, об этом говорил еще главный, говорит во всех наших выступлениях, на всех наших симпозиумах, главный офтальмолог России, мой руководитель, профессор Владимир Владимирович Нероев, о том, что каждый буквально второй житель России и Якутии в том числе обращается на прием к офтальмологу. То есть это не обязательно заболевание глаз, а это еще и особенности рефракции. То есть человек может плохо видеть, далеко, близко. То есть на сегодня потребность в хорошем зрении в современном мире колоссальная. Это не просто 90% информации, а человеку это просто необходимо. И даже не профессионально, а это нужно постоянно в быту. Потому что на сегодня мы сами знаете, как нам нужно зрение как и близко, так и далеко. Очень много передвигается людей на машинах, очень многие пользуются компьютерами, различными гаджетами, телефоны, даже те же телефоны, они очень нужны, и в том числе пенсионерам тоже. Конечно, вот наша больница сегодня на сегодня является единственным специализированным учреждением на территории Якутии. И мы оперируем много. Мы выполняем до 6 тысяч операций в год. И вот половина из них – это операции по хирургии катаракты. Катаракты действительно много, но это связано, может быть, не столько и со старением населения, наверное, в какой-то степени и в том, что катаракта тоже стала молодеть.
Ну и плюс к тому, что сейчас тоже современные требования, еще раз говорю, качество зрения совсем другие. Ведь если раньше, когда я пришла работать офтальмологом, мы ждали, когда созреет катаракта. Точно такое было. Когда человек потеряет зрение совсем. То есть он не просто, зрение было не просто снижено, а он полностью терял зрение. То есть у него не было предметного зрения. Вот этот хрусталик, который вот вы здесь видите, вот этот хрусталик, он становился белый, молочный. Только тогда мы его оперировали. Только тогда его брали на операцию и ставили внутрь искусственный хрусталик. Разрезы были огромные. Вот эту роговицу мы вскрывали прямо наполовину, до сантиметра. Накладывался шов. Человек, так сказать, реабилитировался достаточно долго, почти 4, от 4 до 6 месяцев. И представляете, вот на сегодняшний день у нас совсем другие показания уже к хирургии катаракты. Когда человек видит только пятый ряд, мы уже имеем право его оперировать по поводу катаракты. Пятый ряд по таблице Головина-Сивцева. Вот я, наверное, все из вас, все, я думаю, наши телезрители, все проверяют зрение, конечно, правильно? Да, конечно. Поэтому все имеют представление, что о чем я говорю, да, то есть человек, пятый ряд, этот человек имеет предметное зрение, он ходит, он может ходить по улице, вот, но между тем даже уже пятый ряд позволяет нам, дает нам право оперировать этого человека по поводу катаракты. Поэтому на сегодня мы выполняем до 3000 операций, на сегодня мы до сих пор ставим хорошие искусственные хрусталики, которые имеют и светофильтры специальные для того, чтобы защитить нашу вот сетчатку. Особенно это необходимо людям пожилого возраста. И особенно это нужно нам на севере. Почему? Потому что у нас очень много отраженного света. У нас снег и солнце. Вот. А этот снег и солнце, это очень, такой свет очень губителен для сетчатки. Он может вызывать поражение сетчатки именно вот здесь, вот, в макулярной зоне. И у человека может развиться, например, дистрофия сетчатки. Поэтому, когда мы ставим искусственные хрусталики, мы вот обязательно смотрим. У нас специальные комиссии, мы все знаем, специалисты знают, что нужно ставить хрусталики, которые защищают сетчатку от губительного, от такого отраженного света. Ну, вот это, что касаемо катаракты. Что касается глаукомы, глаукома, к сожалению, это заболевание, которое очень коварное. И на сегодня у нас, к сожалению, глаукома не только у нас в Якутии, а у нас в Якутии особенно, она составляет фактически треть инвалидов по зрению. То есть, несмотря на то, что имеется огромный арсенал медикаментов, у нас имеется огромный, так сказать, арсенал хирургических методик лечения этой глаукомы, несмотря на это, люди теряют зрение от глаукомы, и причем теряют его совсем. К сожалению, потеря зрения при глаукоме невозвратна. То есть мы уже не можем, если к нам человек обратился с глаукомой, и у него снижено зрение, к сожалению, мы его не можем его вернуть. Но можем сохранить то, что осталось. И поэтому, конечно, хотелось бы нам, чтобы вот диагностика глаукомы, чтобы больные были более внимательны к себе. Доктора у нас достаточно профессиональны на сегодня. На сегодня, например, у нас в нашей больнице есть специальное оборудование, которое позволяет диагностировать глаукому на ранних этапах. Но, к сожалению, вот для жителей отдаленных районов это, конечно, не совсем доступно, поэтому там мы надеемся только на наших офтальмологов, которые там работают. Давайте про астигматизм. Про астигматизм? Ну, давайте можно и про астигматизм. Немножко хочу разделить. Чтобы люди понимали о том, что существует нарушение рефракции и существуют болезни глаза. Это несколько разные вещи. Потому что, видите, я тоже в очках и вы в очках, правильно? Но у нас же нет еще с вами болезни глаза. То есть каждый человек имеет свою определенную рефракцию. У нас людей, которые имеют 100% зрение, и не носят очки, и видят прекрасно далеко и близко, ну, порядка, допустим, из 100% 30%. 30% должно быть миопов, 30% гиперметропов, и какая-то часть, конечно, людей с астигматизмом. Это все нарушения рефракции. Они могут быть тоже разного типа. Если, например, человек имеет зрение -1, это же не говорит о том, что он болен. Это его определенный вид рефракции. Причем, например,
Святослав Федоров, наш ведущий, так сказать, вот офтальмолог, да, который создал такие замечательные институты, он считал идеальным зрение, когда на один глаз имеется 100% зрение, а на другой глаз минус один. Потому что такая рефракция, например, позволяет человеку работать на близком расстоянии и не уставать. Поэтому немножко нужно разделять то, что мы относим к нарушениям, к особенностям рефракции, и то, что мы относим к болезням. Конечно, вот, например, близорукость высокой степени, которая сопровождается изменениями на сетчатке, когда человек имеет низкое зрение или врожденная близорукость, это уже заболевание. А, например, такая рефракция, как минус один и минус два, это просто определенный вид рефракции у данного человека. Это еще не говорит о том, что он болен. У него может быть абсолютно нормальный размер глаза, у него не может быть никаких изменений патологических на сетчатке. То есть это его определенный, если она не прогрессирует дальше, то есть это его определенный тип рефракции. И есть заболевания глаз. Вот только что мы с вами говорили про катаракту, глаукому. Это все болезни глаз. Существует сейчас, вот на первое место выходит, к сожалению, заболевание сетчатки, которое раньше мы не могли лечить. Мы просто ставили диагноз, что это дистрофия сетчатки, например, возрастная макулярная дегенерация сетчатки, и советовали человеку пить витамины, содержащие, например, чернику. Вот. А на сегодня у нас есть арсенал медикаментов, когда мы можем человеку помочь. Есть также методики определенные хирургические, когда мы человеку помогаем сохранить зрение. То есть астигматизм – это когда человек не может сосредоточить, сфокусировать, да? Недалеко и не близко. Астигматизм бывает разный. Для того, чтобы разобрать, какой астигматизм, вообще-то вы должны пройти обязательно диагностику на авторефрактометре, допустим. При этом астигматизм, который у детей, например, то есть астигматизм тоже бывает разный. Есть физиологический астигматизм, который всегда есть идеальной поверхности без астигматизма, сферической, например, к которой относится роговица, хрусталик. В природе, ну, это минимум, не существует, наверное. Но есть астигматизм патологический, да, когда снижено зрение, человек этот плохо видит и далеко, и близко. И можно даже по поведению, например, таких детей, когда это, например, у детей выявляется, можно сразу заметить, что у него астигматизм. Они могут смотреть определенным образом, например, не прямо вот так вот в фиксируемую точку, а как-то поворачивая голову. То есть исправляет этот астигматизм положением головы. Конечно, такой астигматизм нужно лечить. И лечить его нужно прежде всего с детского возраста. А как он лечится? Лечится он только назначением очков. И обязательно нужно полностью его коррегировать. Почему? Потому что это нужно для того, чтобы работала сетчатка и развивалась макулярная зона. То есть человек, чтобы не потерял зрение. Поэтому нужно наблюдаться у детского офтальмолога, подбирать очки, носить их и выполнять все рекомендации врача. И хотелось бы еще обсудить с вами о видах глазной хирургии и о видах операций по замене хрусталика. Очень интересный вопрос. Ну, на сегодня я хочу сказать, наша больница, особенно вот в стационаре и в поликлинике у нас очень много диагностической аппаратуры, которая может вот диагностировать глаукому на ранних этапах. Особенно вот эту скрытую открытоугольную, например, можем диагностировать очень рано, когда еще человек даже не замечает сам. Вот. Мы уже можем поставить такой диагноз, что у него, например, уже есть поражение зрительного нерва. И что здесь можно думать о глаукоме. А на сегодня мы можем посмотреть и увидеть томографию сетчатки и понять, что здесь уже, например, имеются друзы, начало вот этой возрастной макулярной дегенерации. И можем предложить человеку тоже лечение по этому поводу. На сегодня у нас в стационаре, у нас в нашей больнице, оказывается фактически весь спектр хирургической помощи, который оказывается в мире, вот офтальмологами. То есть мы можем оперировать. Это и современная хирургия катаракты, причем с установкой хрусталиков премиум-класса, которые дают зрение буквально на любом расстоянии. Это и хирургия глаукомы, причем достаточно сложных случаев глаукомы, когда мы можем ставить дорогостоящие шунты, использовать, например, определенные
специальные такие помощники, которые, ну, вот, тот же экспресс-шунт или клапан Ахмед, когда мы уже хирургически не можем просто так вот сделать. То есть нам нужно обязательно использовать вот эти помощники, шунты. Вот, на сегодня мы можем... Мы оперируем уже, мы оказываем витриоретинальную помощь на достаточно высоком уровне. Если раньше, например, витриальная хирургия у нас оказывалась только в Иркутском МНТК, кто рядом находится, Хабаровский, например, МНТК, это филиалы Института Федорова, то на сегодня у нас таких операций выполняется в год до 500. Мы можем оказывать помощь хирургическую больным с патологией сетчатки, например, с разрывом макулярной зоны. Мы можем оказывать хирургическую помощь больным с диабетическим поражением сетчатки по поводу диабета. Или, например, с кровоизлияниями внутри глаза из-за артериальной гипертонии. Вот. Так что и вот с прошлого года мы стали выполнять операции по поводу пересадки роговицы. На сегодня выполнено таких операций 6. Используется кадаверная роговица, которую мы получаем из Москвы. Вот. Кадаверная – это трупная роговица? Да, да. Чужого человека? Да, чужого человека, которая специальным образом обработана, поэтому может быть доставлена на самолете в определенное время, и мы должны прямо вот на следующий день уже выполнить эти операции. Вот. На сегодня таких операций сделано 6, и у нас еще предстоят эти операции. Это высокотехнологичная медицинская помощь, которую вот мы сейчас осваиваем активно в стенах нашего учреждения. Ну и вы все знаете, что у нас, конечно, оперируется еще и миопия, мы выполняем рефракционную хирургию, помогаем, так сказать, людям с нарушением рефракции, чтобы они приобрели хорошее зрение и далеко, и при этом также близко справлялись хорошо с этой работой. Я думаю, все у нас, ну, достаточно много и у вас, наверное, есть знакомые, которые оперировались у нас. Вот. Так что вот этот спектр у нас, я считаю, спектр хирургических операций достаточно полный у нас в стационаре. Вот немножко хотелось бы остановиться на хирургии катаракты. В каком плане? Вот здесь у нас интересный такой есть, так сказать, помощник, который нам бы, на котором мы можем показать, допустим, что на сегодня у нас хирургия катаракты возможна. В каком плане? Что мы можем человеку помочь иметь зрение, не просто улучшить свое зрение, но мы можем дать ему так называемую зрительную свободу полностью. Вот здесь изображен, видите, глаз на боковом распиле, это немножко понятно, да? И вот у нас, например, у человека прозрачный хрусталик. Прозрачный хрусталик, и вы видите, что лучи света попадают через зрачок на сетчатку, человек все видит. Это когда у нас хрусталик прозрачный. Ну вот у человека появилось помутнение хрусталика, пока не полное. Вот, и человек начинает мутно видеть. Они говорят, я вижу мутно. Муть какая-то появилась перед глазом, пелена. Вот, например, раньше мы ждали до того, пока хрусталик полностью не помутнеет. Видите, что творится? Лучи света не попадают на сетчатку. И фактически у человека нет предметного зрения. Что мы делаем? Когда мы человека оперируем, мы удаляем этот мутный хрусталик, но оставляем его оболочку, капсульную сумку, и сюда имплантируем искусственный хрусталик. И человек получает у нас зрение. Но хрусталик у нас, в отличие от человеческого хрусталика, он не может, так сказать, аккомодировать искусственный, и он не может сокращаться, будем так говорить, да, и он, к сожалению, дает зрение только в одном фокусе. Вот у нас есть, например, увеличенная модель хрусталика искусственного. Когда человек у нас имеет, значит, вот мы улучшаем его зрение, он хорошо видит вдали. Допустим, 100%. 100% у него зрение улучшилось, но, к сожалению, для облизии ему придется одевать очки. К сожалению, иногда это и среднее расстояние может страдать. Что такое среднее расстояние? Это компьютер. Это когда человек готовит, например, да, те же домохозяйки готовят, то есть им без очков некомфортно, они вынуждены одевать плюсовые очки. Вот на сегодня мы можем предложить, например, хрусталики, так называемые мультифокальные, которые имеют много фокусов, причем их, а эти модели разные бывают, иногда эти фокусы бывают расположены снизу, и тогда у нас человек будет иметь много фокусов, и это позволит ему видеть и далеко, и близко, и на среднем расстоянии. На сегодня этих хрусталиков у нас достаточно много.
Вот, мы работаем с тремя ведущими, так сказать, производителями этих хрусталиков и оказываем эту помощь. И вот я бы хотела показать вам, например, хрусталик вот в его настоящую величину. Посмотрите, какой. Это очень-очень мелкое, да? Мелкое. Но он заходит в глаз через разрез всего лишь 2 мм, через специальный шприц. Поэтому период реабилитации фактически минимизируется совершенно. То есть человек на следующий день встает, ходит и уже видит, вот, и может иметь хорошее зрение. То есть вы все операции делаете под микроскопом? Под микроскопом. Конечно. Екатерина Кимовна, спасибо за то, что были у нас в гостях. Будем надеяться и в дальнейшем с вами сотрудничать. Вам спасибо. Приглашайте. Өтекөйнен күндікөрәтшілер эфирға бастығы көме рубрика бәтінілетін сағылыр ғытачы Наталия Иванова. Бүгін бігіге қарақырылары тұғынан көпсетті әқпет, оны қанық қарақырылары бастығы көмені әрділерін тұғынан көпсетті әқпет, бігіға ғыжытты кәлі республиканская қарақ балығатын офтальмолог Браға Туяра Алымгазиевна Исаева. Өтекөйнен Туяра? Өтекөйнен. Қанық қарақырылары бастығы көмені әрділерін көпсері. Қараққа соғау көмені көрдүйір ұрылардың ден білетеметеден қарақ арас әчейілері төбеғу әбітар қараққа көзкі оқсылғы түміктері, қараға ұғықтақ тәрелерінен жөлелері өн, қараға оққа сейті, қалауыр кварц отығар, сварқы отығар, химическай сейтілер, қараққа кир, сыз, тас кирейді. Итепиттерин барта харах эчей үттүгөр кирселлер. Ол гынан харах атын ырылары ме сухол көмөнү көрдүлдер. Холобура кихи билбекке сылжан эмиске харах ылжан сөп, наха күске ылжан төбөте ме кытты ылжан сөп. Ол түген харах давлиене та тақсыбыт болын сөп, глаукома приступ один аттанар. Эбитер харах бир кырыта сөтен қалын сөп. Ол ата харах ихіне ырылары болуқтырын сөп. Қолауыр қарақ егер тымыр бұстыыта, сахарны дебета жаңы болуын сөп, әбітер қарақ түгеға әсет жатқы құндығыт болуын сөп. Атын бұл әтелебет түгендер кейіл оғыр дәе жасты көстелдері, бар болуылары? Атын арас болар, қаз бидді кейі қаған қанына қараған өлірірі білді бәд. Қаз бидді кейі қараған қайдық қарыстан сылдырдан тұтылықтақ, қанны үләліреттен, қанның условияға, қанның тәрелдерден үләліреттен тұтылықтақ. Ардық жолан қарақ әчейілері тұту үләтігір сығынна жаңы көстір, сварқанан үләлер жаңы көстір, арғылағын түміктерін әчейілері болықтырын сөп. Қарақ әчететігер, қарақ өкесетіге, қарқа керқақ кедін, бастығы кемені қайда оңыры бұды? Қараққа сыз, кир, тас, кирбеп болағына кейі балығыға тиердері бастан бәті қараған хекіліға туран ең көрінсіп, қарақ жәнкір бүретігер сыстығы болағына, бұл қарақ жәнкір бүреті болар, қарақ тас өтті. Етіне қаз кейі бәті ұлылары табылды бат. Онтан қарақ қалтығатығар сылджар болағына, көсте сылджар болағына чүгас ұрас бентінен бәйті ұлынсып, оны ұрас ұнан сайқынсып. Ол кәніттен қораққа ғынжар болағына қарақ балығатығар тиен көрдіріқтәқ. Онына қарақ бұрас бәйті көрін бұғарар, кир тас чақшы кірбіп болағына тағарар. Ол кәні пациент әбіғет бұрас анау тәмтарын күтті кир тоқта, кир тас, ең кербетақ болағына, ол ғынан хим бір тоғыра мағықтур күрдік болағына. Отчағына әмп анылар, онына аяқ күнінен ол мағық ағыр. Онтан қарақ оққа сетелебіп болағына, малығыға дейелдір бастан. Үкіне бәді дейер делік ұрас ұнан қараған сайқын сөп. Онтан ұрыған әче елер болақтарына қарақ ұқықтақ тірілерінен жөлі өлірі ұраз бентінен сабат ұтан ұқанлық қамса баққа, сақсылы баққа балығыға дейін ады. Оны бұраз бәті көрін бұғарар, ұрыған әчейі болығын ұттан балығыға керен әпірәселінер. Әте өсті бір құталақты көнінен глаукома приступы болар дейтінде. Әте қайдақ кейір әрі бұл глаукома қарғыма дейін әрден? Глаукома ғыры білдер бәккәрі үксін ағыр, кейі білбәккә ғыджынсып. Ол ғынан әміске қарақ күске байдығы ғыджынсып. Кейі төбеті жар, қарақ кәтағы жар, ұча балығыға тиелдер. Қарақ дәвлениетін кәмейден, қарақ далығар көрерін, сұтығытын көрін глаукома болып бүттен бұғарылдар.
Оттан үксін глаукома бол бұттен кеге ғылайы көдіріме пылан білбәкі да ғылжын сөп. Әбірте, қолбыра кеге өспейдан бастай көбіне ұңарбаққа қалын, балаға тибәкі қалын, түгінен құталақтары бұл? Таз үйін кірбі пыланы, өр ғырттаны, көдірімекі ғырттаны қарақ жән кірбір өтігер дерінді кейрен баспалейіне ең болуын сөп, беріңері өн сөп, қараған көрірік әнеке мәлтіқ болуын сөп. Кейі білбәкі жән ғылаукоманын ғыл жүбі пыланы, олық көдіріме пыланы қараға көрірі айыз мәлтір, қараға мәлті әуетінен керен барыр, олықты көрбетті олықтырын сөп, оның случайдарын әлбәқтір. Хуба утие тоа, урахло рор дери мне алоро джон джонгоин, балхега хенчва джонго. Бидде корбиттер характера, корбе полан калп полан се. Хер, тој е онкен си ја внекле на дјета во кара лаха махтал. Кинде корешлер бе кергени сте биттере болоден ерен халакен, а на кисе фирга кастиох кадире. Утие хасерданен кинде корешлер егини кетте гриси бикете рубрика. Бүгін бігі кепсетивіт қарақ тұла болу, ачықы дұ, әбәтер линзы дұ, тұқ ордығы, демапуроске бігі әппеттен көріппет. Ол күрдік бігі олық бұт тәтеме оларыян, компьютер, телевизор, онын атында біршінелер, өскәнлер бігі жоммұт қараға үксе мәлті өте. Ол үйін болған, оны көннірір, арас немалар балар, онтан сүрінлері ачықы онына линзы болыр. Қаята ұрды көбетей бігі бүгін бағаран көрек бүт. Ачықы туынан кәпсері бүт болыға қардық историяттан ұлыға ачықыны 13 ұяға айбыттар итальянскай қораққа Сальвиньо Дарматы 13 ұяға айбыт әбіт, онтон бігі күн бүгін әңәділі онлық ачықынан білігін туғанан бұт қарақпұт мәлті әбітін көнлері сұнжа бұт. Онтон линза туынан кәпсері бүт болыға линзаны өсі 16-15 ұяға Леонардо да Винчи, Рене Декар күрдік ұлу жаннор бәйлері линзаға майғынныр аппараттыры оңырон көрбіттірі біт. Ол көніттен 19 ұяға Европаға ФИК Мюллер, онына Кальтен жаннор әме біліңгеге майғынныр кінан баран тастан оңықтары линза күрдік. Бәлері кәтәнілер, бәлері бәлерге респутывайданылар оңырын көрбіттір. Онтықайдара табылды батақ, ең бір тас болан қарақтарын алан түмәйдері өз көтен табылды батақ. Білігін онтын, білігі линза историята Америкаға қағалынар, 1939 сұллаққа Малер онына Обрик тен жонлар массовай линзаны оңырын зауыт арибіттір. Онтын ұлата бігінгі білігін арас ұлар-иылары көрсен білінгім кәті әджер линза бұд ұлыққа жаққа тұттылан бігі қарақ бұтын мөлті бүтін көнлері сөлді. Ол күрдік линза арас көріңнақ, основном 2 көріңе арарылар. Ол күрдік жосқай күтанақ, онына мәқкейден сымнағас көріңнақ линза, онтан те сымнағас линза бұд әме 2 көріңе арақсыр, гидрогелевый ден, онына силикон гидрогелевый ден. Ты білеген бігі үксе көтер линза бұд гидрогелевый ден. Онтан бігі білеген ашықалары арас критерий, 6 критерий ұлы бұд, ол критерийдарынан ашықы, онына линза қаяты ордығын бұғаран көрек бұд. Ол күрдік бастықы бігі критерий ұлы бұд кәті сылжырға табығастаға, қолуыру спортынан жарықтанар жаңға, тұр активны ұлықтық, ашықыттан күбісті реген жаңға аналақ, оны ордық линза болыр, оны табығастаға қатарға. Онтан үккіз критерий болыр, тұла көрірге табығастаға болуды. Онна ме қолуыру линза бұд қарақ бұтығар, олық үксі сыста ғыджар болан тұла көрір бүтер ордық маллар үйін ордық көстілдір. Үшіхінен болар гигиена өнна ұрағы тұтығы. Ол күрдік бігіға ачықы бұд ұлыған ұнық көріңі істейіні сота рәхір таппытына жегінен барар. Ұлығаның көріңі істейіні ұрағы іддәбәт, онтан линзы бұд болағына қаяндағаны ұра селілі
Хайандан раствордах постоянно угла кете харакпутен или битнен тарбахпутнен тарьях джавут улихин оло гигиена но он рахату тарбутен ирдир. Ухис тердис критерий бит полар биха харакха инфекция кирен арас сюхдер рилар ола та воспалительный рилар вескенера он нами линзавут хоттран тахар а чекабут ордук полар холовара кебагас иллин декатинг давардин онтен линза холовара инфекционный раз кидя оливитнен кеттивит эветер харахпутен карте дэгнэтивит таана холовара эми воспаление сюхдер рилар болон сэп. Он сыната холовара ачыкыбут онна мекоян тахар ачыкыбут холовара би биддэлут онна сылы сыллан хаста сылданы харстаны жаһыр таппыт накатех потенсеп онтан линзабут боллагана эми анал сынал бэта сыналах онна биремелах холовар биременнен арахсар күннәгы ден неделе ыйга алтайга ден ник сроктарынан арахсар анан биеме постоянно олары тепытын нада аны туран растворылы атылыгы тепытын нада ол курдук химбир сынатнан холовара линзабут эми хотторон ачкы бутурдук булар онны бидек туттулар болжого кеме эми ачкыны бие ылыбуттаны үс үшүйдө харыстан катаары таппытна хаста сыл катепбитин эп линза улаана эми определенный биремелях ыйга сыл алтайдахтен самай элбех суруктах ол курдук оттон бу бүтэ кыркый критерийдеринен арарбыппыт түмүгүнен офсайынан линза онна ачыкы бии критерийдер бүтнен үс үскө ол ата бииги бэбит бии катуук барсарынан бии кайдак сөбүлүбитбинен кайдак үрөмүбитнен кетерби тордук ону ким бир билин наукада кастанан турар линза дуробуяга токтоулакан оксууну оңорбат кинини бороста үшөйдик көрө харая ыраахы гигиенаны тутуга жаканада үтөө күнүнен күндүк өрөчүлөр эхиги болгон тоготугар айылга белега рубрика салаятчы Мария Антонова биги рубрика батыгар бүгүн жыттаакпыт күндүгө жыттаакпыт Любовь Васильевна Слепцова ботаник ресурсовед онна отунан эмтээхинен жарыктамыта кинене наха элбек сыл болла ону же бүгүн мүк эпсетибитигер бииги эмтээ оттортон бу карак ырыытыгар канныгы кайдак туганыакка сөбүн Любовь Васильевна бахалыста кепсеңер Бехе, ну, эльбахырыным тибин ол быгыр каракыры тигер проблемалар жан эме келечилер. Олынын онну эме болгом табын урбутум. Каракыры тигер каракыры те карагы хакылы хатта бир беттени. Врата это печени дилдер. Бир кытары ажас ксебесте. Карак тугаре карак бир сиркелете ден аттыбыз сиркелете дилдирди врата дилдирди тибетскайга олуну карагын кайта кале боллагына ол ата буйрун уже кел жибит онун сразу бергин көрүнөк такын ул кансибестек оттортун примочка умурурго мин туттабын это полынь чернобыльник дени литература гондук аттына жер билигин полынь монгольская дебиттери подорожнигы онна чича хотун спорыш дени спорыш да олордун примочка урогун простойдук бохолу бир чайная ложка бир стаканы касты үстө туттулар примочка урогулар атын эме оттортун аны коңурок кагып ол быгыгер бу дөлүген кии барата билер шиповник иглисты якутский крапива подорожник боксурган от карыер от дилдер онун дөлүгөн дөлүгөн онна белозор болотный ден хочо жан билбет оттуро жакай бычыкай үнөрдүнү барыта үнөр оттур онна бу кии барата билер куруп семете Он хами главное бие харакпыт мөлтүр онтон келжем барар мейибит сосудтара медицинага токтен сосудистый проблема головного мозга онну бу былырыңгыттан бие жайдыбыт манык чайы дартай кийген онну кирелер кубая лиственницы ели сосны
листья березы, ольхи, боярышника и их плоды. Он там был манник чаю морон тагарабит. Бучая умник из така, джон характерен да гурури тупсар, он памят трачей болар, внимание дара, тубедрин, веджер тубедрин, веракам болар, обо стресс болана, оскуялдар, он был лохан будущей дах чай. Мені бейбе абитта тұттан қом ек бұтыр. Мені бәкеға обеспеченді. Бес қарыя, оны тит, самый главный. Тит, оны туағай қатырыға да? Қатырыға ме бар. Бұ тит қатырыға ал жақай ме перспективалақ сырйо. Қатырыға дәлей, ото әлбі құлеттен тақар бұ маннығы оңырырға. Бұ маннығы бәтін де жайгыр бұтын. Қомойын, қатаран, Бучаям сайын көрек құтынсы, күрәтік. Маны үддігер ете ұқыталылар. Оны маны чайын нұғыр кейай хаған. Постайын әсті қына алжақа үшігай. Сайын көрек қарай? Конечно. Наға шуай амтан нақты. Бес туағын хыта, тұа хыта, тұа амтан әкелер күрдік. Алжақа болады. Улақан мақтал. Онтон бұ әмейті... Қараққа тұғалақ күн айы қасырды кейін ұрық көріп, перемошқа ден ұлады кен перес күрді ұрық бұтын төп. Бұ ұқыроп семеті, ұқыроп семетін ұтты бігі бары қому ябыт, бәбітті кейінің қому ябыт, аптекаға тұғылығы қады өп, де. Оның наманлық бір лосқаны бұ тұққа қылып чыты ұмажына ұлады синтетика тұғық, Өрбөққі ұғыра бұд, онына болағына бұл маңнық бая бұд. Бұ бая ғыта бұд. Бұ баян барам мұд, маңнық ұғырам мұд. Ити ұғынан, ити ұғық құта бұд. Үс мүніте, икі мүніте құрдықты тұққа хөп. Бұ ити ұғы, сегірде бұд. Бұ сегірден барам біле, наға ити болар. Бұнбанынық сегірт тәқпетіне білікені әпірін айырғылара, тұғалақ, бешістывалара таққан келелілер. Бұ білігін қола бұр итей бағай. Оны хөбін көріңгін же тұқтан, хой бұтын кәніне үшөй байдық қараққар, хасырды кейхе ұрына хайдаған. Бұнбанынық оңыстан барам бұ бір маңның оңысты бұққын бесті алтата тұғаны Аминокислоталар балар, линолевая кислота, триптозан. Если манна полованоид бар, кверцетин ден, онын укуропы семетин боллағына, курттағыр ұтығар, кығылоғаты ихинен бажығыран ұтадата болан, ихелюннан онын укуропы ұты ден дозатын көрін оңырын ихердек қағып. Онына авицинна боллағына бұ маны туаққа тұттар әбіт. Укуроп семетин үті... Кәғәр дәңіңе, онына кеге қырқаға көңер үгер, оны бөте ғыджар кегеға әмейті құрттақ, ас бұғырар орған мүлті өтіғына онныққа тұғанар әбіт. Оның күндікір әтшілер бұ әмті ғоттыру кеге бәйтін бәйтігер көмілігір арас немаларын тұғанаңыз дұрубиятын мәджі көріне ғыджың, онына ұрыттан ұрыны әмтерді ағар сіретер ордық дейін, онын бары дұрубай болуын. Бігі бүгін күнді көрәтшілер жұропчыға қарық балы ғата аң бастан тәрілі бітін тұғынан историяны сігетен кеп сияқпет. Өсі аспыт үйе саңатығар Прокопий Сокольников Лухтур жұрапчы балығатын амбулаториятығар әмтемі жон 4-6 бірігін қарақы ұрылақтырын тұғынан дықылатты абыды. Кені бәйтін сұруйыларғар қарақы ұрылара цицарына қайысқалақтырын, жон ұлығы жағаға бұстар мөлтіғіттен ғыры тарғанар түгенігер жон қантынды көмелар күйіғы соғын ұйара. Тұғынша 907 цыллаға сақа ұқырғар Сибилдіағы күхіл кәрес ғылызыны әтерәтіндан айданнан, нәліне 36 бірғына тұрқоманның ғылжыра білді біте. Ол егер үксігер сақалар ғылжалар әті.
Трахома тарганытнан саха облаха союзка болуқтағар андойдуға инеке иерин эппите. Онтон чоропчыға тыңынча 900 сүрбәетті сылдаққа республикаттан трахоматозны диспансер әтіреті тақсын үллебіте. Онна амбулаторияға көддірбіт үріғақтар 500 сылай біргін, осколаға оғытуттан 36 біргін трахоманнын ғылжалара білдібіте. Тыңынча 939 сылдаққа чоропчыға Тихан Аксентьевич Марчук ананан келбіте. Келеатты балығыға қарағым тир кабинеті арибіте. Чоропчыға окулист бірағынан ананан келбітерәрі, ұқсаллақ түгеннерге күшерскай хирургическай көмелері оңырыры. Орион клавнай бірағынан амбулатория себедесейлен байынной призывной хамығияға үлелебіде. Тыңынча 904-9 сыллаға сақа сысырын правительствотын тустақ урағынан трахоманы ұтыры үле кәлім бұланын бұғытынан ұтылдар болбыда. Тихан Аксентьев жанхан турор сутунан тыгынча 905 сыллаха 10 койкалах 17 хылы 5 единица штатта трахоманы МТ диспансер ахылыбыта. Сайын кемге үлелер куннары 10 ногу площадкаларын астарын әлбәқ кейіне қабан МТ-нені тәрейері. Ити пуннар ақсанлара орайонға түрдім вилгеті биттірі. Сүрбетчі сыллаққа орайон бары общественнағын әмчеттері өрі тұруаран ұтымнақтық, жынырдақтық, кендалағынақтық тәрейер әмтерілі түмігер трахомы ұры тұхынча 965 сылтан регистрациялыма болбыта, ұры бұғытнан соғы оңылды бұта. Бұл үтчілағы үлеті үрдік сыналынан Тихан Аксентьевич Бачоз Нага орденнан сақа сырын үтеулі бұраға, ұрсыфыцыр үтеулі бұраға, оны әмчеттерге седақтық берілдер Чурапчы районының Бачотта гражданына үрдік аттарынан беретемеді. Онтон ұлығын сүрбе әтті сылынан абыт чоропчытын жөні сәргеті Марчук біраз барақсан ден мақтына атты абыта. Ос нұмыға бола сылжар. Здравствуйте, дорогие телезрители! Конечно, в нашем современном мире очень большую нагрузку несет такой замечательный, серьезный, важный орган – это орган зрения. Мы получаем большую нагрузку от телевизора и от компьютера. А сегодня самую большую нагрузку мы несем от наших любимых и нужных мобильных телефонов. И в первую очередь страдают наши дети. И поэтому мне хотелось бы сегодня, сейчас поделиться немножко хотя бы основными навыками, как снимать зрительное утомление. Эти упражнения могут быть полезны и детям самого разного возраста, и, конечно, взрослым, которым нужно отдыхать и от компьютера, и от работы, и от нагрузки. Я бы хотела сегодня показать некоторые упражнения из известной системы гимнастики для глаз по Витисову. Они очень простые, и вам будут понятны, доступны. Откинувшись на спинку стула, сделать глубокий вдох, наклонившись вперед, сделать выдох. Так, откидываемся назад, вдох, Олечка, вдох и выдох. Все, наклоняемся. 5-6 раз. Вдох, выдох. Откинувшись на спинку стула, удобную позу, прикрыть глаза, веки, крепко зажмурить глаза. И затем открыть. Зажмурили крепко-крепко и открыли. Хорошо, еще зажмурилась, Олечка. Открыли. Зажмурились, открыли. Зажмурились, открыли. Хорошо. Так, руки на пояс. И повернуть голову вправо, смотрим на правый локоток, кончик лотка, влево, вправо, вправо, влево, вправо, влево. Хорошо. Поднять глаза кверху, сделать ими круговые движения. Поднимаем глаза, на потолок смотрим и как будто бы так по часовой стрелке крутим глазками, крутим. По часовой стрелке. Вот так. Раз. Такой медленной амплитудой. Два. Три. Хорошо. Против часовой стрелки. Так. Хорошо. Теперь у нас вообще весь комплекс упражнений рассчитан. Ручки опустили. У нас работают три основные группы мышц. Первая. Это наружные мышцы глаза. И видно, когда мы крутим глазами, когда мы жмурим глаза, да? Когда мы вводим их влево-вправо. А еще есть внутренние мышцы глаза, когда мы смотрим прямо перед собой, но смотрим то на близкий объект, то на далекий. Так, вытянули, покажите мне пальчик, большой палец, и смотрим. Приблизьте немножко, чтобы вас хватало вот чуть-чуть. Так, еще ближе, Леночка. И смотрим на кончик большого пальца, а потом быстренько взгляд вдаль, туда, на стенку. На кончик, вдаль. 2-3 секунды на кончик и вдаль.
Миша, даль. Сюда? Даль. Это у нас упражнение, это идет упражнение на внутреннюю мышцу глаза. Аккомодация, тренировка аккомодации, умение расслабиться. Именно самая главная мышца, отвечающая за зрительное утомление. Вблизь, вдаль, вблизь, вдаль. 2 секунды вблизи, 5-7 секунд вдаль. 2 секунды вблизь, 5-7 секунд вдаль. Хорошо. А третья группа упражнений обязательно включает в себя повороты и наклоны. Поэтому даже самые простые – это наклоны вперед, наклоняемся, поднимаем головку. Повороты вправо, влево, пожалуйста. Нам очень нужен шейный отдел позвоночника, поэтому покрутили головой хорошенько, хорошо, в одну сторону, в другую сторону. А есть такие упражнения, которые соединяют и глазные, и повороты для туловища. Взяли руки, подняли перед собой, смотрим на кончики пальцев и поднимаем. Поднимаем, 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 смотрим на кончики пальцев, смотрим, смотрим, опускаем, смотрим на кончики пальцев. Еще раз, поднимаем, 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 выше, 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 руки еще выше, и опускаем, смотрим на кончики пальцев. Хорошо. А сейчас я вам покажу самое мое любимое упражнение. Вокруг глаз находится очень много важных активных точек. И нам надо их немножко простимулировать. Мы берем именно своими руками. Так, как я показывала, косточки зажимаем. Угу. И проводим круговые движения, как велосипед, восьмерочку. Такие пилящие движения. Давим, 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 давим. Молодец. Еще, еще. Веди, 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 веди. Вот так, 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 так. Обрисовываем круг. Угу. Целую минуту. Еще раз поехали. Угу. Не торопись, Миша. Целую минуту. Круг должен идти у нас целую минуту. Вот так вот. Вот так. Хорошо. Вот так. Раз. Одна минута прошла. Вторая минута. Такие же пилящие движения. Изо всех сил давите. Прямо по косточке своей идете. Вот на косточку, на косточку, на косточку, на косточку. Так. Второй круг прошел. И третий круг. Так. Обходим, обходим. Всю-всю глазницу, всю нашу косточку обходим, обходим. Олечка, молодец. Хорошо. Замечательно. Вот такой комплекс упражнений, или похожий на него, можно делать в день по нескольку раз. 2-3 раза – это будет самое хорошее. Күндікөрәтчілер, бүгіне еқі кепсері препараттар бұд, қараққаналлақ препараттар болалылар. Препараттар бұд аттары пептидіне бирегуляторы хавин санаден. Бұл ке еқі тоқтағаны бортута соқ, аллергия лаппат, побочный эффект бербет препараттар. Қарақ систематын бұл зрительный анализатор дені бүтін нүтін бастанавливай дірге үлелер препараттар. Пеналекс бұл қарақ каплета, бұл капле стерильный, кеге қараған қарағар капайдынан онына қарақ тула емесі тулылар. Бұл қарақ пептидеттен оңығылы бұл, үз пептидеттен оңығылы бұл препарат болар. Оның оғылырға улахан жөңі, сафта жөңі барыларғыр көмілігі препарат. Пеналекс капле қарақ сылай етіптан, өр қолы бұра қараққаны ғұрыс қала жөңі олыс туғалақ препарат. Онна пеналексі бұл операцияда кенттен тұттуық қағып, қарақ травматында кенттен тұттуық қағып, кейі қараққа тұттулы ғадер капиларғын қытары бейтке, күтіндаққына түргеннек бұл қарақ бастанавлиен еттігер көмілігі. Визалутен қарақ пептидінің бирегулятора, қарақ сетчаткатын ұрыларын бары көрімлерге көмілігі, ангиопатияға, астойка сетчатки, дегенерация деңе әме тұттулар, қараққа ұлақан нагрузкалақ жүнға тұттулары оғылысына адалақ. Телефонны, компьютерға, қарақтарын мен түтір оғылырға әме бұл препараты егерден, өкеме бұғытынан қарақ бастанавлиеті тұттуққа сөп. Пениалон, оны цирлутен. Бұл мейі пептидіне бирегулятордары болалар. Кие қараға бұл мейі тасып түгірті харылы бұд чаға болар. Оның қарағы комплексіні әмтерге, чөлігір түгірерге бұл пептидіне бирегулятордар пениалон, оны цирлутен олыс туғалақтар. Визуген, оны винфорт. Бұл тымыр пептидіне бирегулятордары болар. Қараққа көп-көресінігес тымырдарығар, бұл қан микроциркуляциятын сөпті өқтік барарығар қатшығар.
Онтон көрін ретисил әлбәқ компонентнах әйлер препарат. Қарақ сетчаткатығыр қан әлгейлі онына метаболизм тұпсағайдық барарын сетігет. Қарақ нербеттін атрофиетін ұтарар онына сетчатка дегенерациялығын тоқтатыр. Қарақ сылайырыптан кейі қараңаға бұрық сорып кемеге қарақ үчігелдік көрерігер көмелігер. Икис нюмердях пептидный комплекс, а был ирига кутулдар препарат, а был препарат характер бетин, он на инсульт кенеттен, инфаркт кенеттен, нервная система восстанавливает дырга, чудыгат пюэгэ омнуга мэлэгэр. Күндікерячілер кепсиабид, он на кэддербит препараттар бит государственной программаннан Россия наука академиятын, Енен Санкт-Петербурдағы институт биорегуляции оны геронтологии, енен тәрелебет научный производственный центрға оңығылалла, оны бұғатчы бігеге дивеска центр бұтеркелелер. Көстер қадері. Күндік өрәтшілер, манан әмчет бейлейді түмікті бүт. Әйеқе бәғіт бапростақ, саналақ болықытына бағалыста аллара көрір. Электронный адреска вопрос таргетинг, это не сделать, чаген болом.